Люблю ввечері за келихом коньяку згадати всі подвиги, які роблю щодня. Моє життя – це боротьба. Коньяк Аджарі – моя винагорода. Алло, алло, Галочка, поздравляю тебя. Ты докаркалась. Что, ты помнишь, как ты говорила, что скоро без этого сертификата даже пукнуть нельзя будет? Ну вот. Нет, пукнуть-то можно. А вот сходить ни по большому, ни по маленькому без сертификата теперь нельзя. И главное, знаешь что, Галочка? Мне этот приказ спустили сверху в 10 утра, а в 9:30 меня уже оштрафовали. А ситуация какая? Приходит мужчина, я спрашиваю, есть у вас сертификат? Он говорит, есть, и я его пропустила. А потом приходят полицейские, выходит мужчина, спрашивает его сертификат, а он говорит, а нет больше его у меня, там бумага закончилась. И что? Оштрафовали меня на 17 тысяч гривен. Будут теперь из зарплаты высчитывать 17 лет. Давай, я перезвоню. Я на работе. Давай, да. Добрый день. Здравствуйте. Подождите, у нас вход только по сертификату. Да, у меня есть, конечно. Вот, Дия, пожалуйста. Сейчас, подождите, я его сфотографирую. Зачем? Мало ли, знаете ли, вдруг вы там на радостях, что у вас все получилось, уродите его в унитаз. А мне потом штраф платить. Все, приятного времяпрепровождения. Ага. Здрасте. Виделись с утра. Что? Опять штрафовать меня пришли? Теперь нет. У вас ничего не получится. Я сфотографировала сертификат. Вот, смотрите. Да вот. Нет, я по другому поводу сейчас. По какому это другому? А, я поняла. Значит, утром вы приходили меня штрафовать как малый бизнес. А теперь пришли оформлять по-большому. Понятно. Ну, как бы мне туда сейчас надо, но туда. Ой, шаурма, зараза. Шаурма не зараза, а наш бизнес-партнер. Сейчас пойдете. Спасибо. Но для начала я должна вам кое-что сообщить. Это что-то срочное. Срочнее срачного. Официально повідомляю, що для відвідування громадського закладу, у тому числі закладу типу сортир, згідно постанові Кабінету міністрів, від 9 грудня 2020 року. Це я наизусть эту постанову знаю. Що сообщить хотіли? Лише повідомити, що згідно цієї постанови про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання і поширенню на території України. Ой. Гострої, респіраторної хвороби COVID-19 спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2. Блін, ви що, іздіваєтесь? Зачем ви так медленно читаєте?
Для відвідування громадського закладу вам необхідно брати один з наступних документів. Може, хватить уже, а? Отже, сертифікат про вакцинацію. Так. ПЦР-тест або... Справку о перенесенном заболевании. А вот и неправильно. Справку про перенесенное захворювання. Что из перечисленных документов у вас имеется? Сертификат. Предъявляйте. Не могу. Он у меня в машине остался. Ну что ж. Дабы избежать очередного штрафа в 17 тысяч, я вынуждена вам отказать. Так, согласно закону о полиции, я имею право заходить в любое помещение. А по постанове кабина только с сертификатом. Закон выше любой постановы. Это раньше так было. А сейчас постановы кабина и законы, ой, и конституцию, ай, и нас с вами. Если вы меня не пустите, я вынужден буду. Что, сделаешь предупредительный выстрел в воздух? Или предупредительный в землю? Если вы меня сейчас не пустите, знаете, что тут сейчас может произойти? Знаю. Знаю, тебя оштрафуют за испражнение в общественном месте, а у меня будет классный видосик. Слушайте, давайте я вам заплачу. Давайте. Если это какая-то проверка, можете не волноваться. После сегодняшнего утра я кремень. Никто не пройдет без сертификата. Нет, это никакая не проверка. Мне реально в туалет надо. Как? Какая же вы все-таки жестокая женщина? Какая я тебе женщина? Я соучредитель ОАО ААА. Пожалуйста, ну давайте я вам заплачу, а? Я не поняла, ты что, хочешь дать взятку мне при исполнении служебных обязанностей? Боже, я оплачу вам услугу, но чуть-чуть дороже. А это можно, давайте. Сколько у вас там, 10? Вот, 15 вам хватит. 17. Господи, из-за 2 гривен чуть меня не опозорили. 1000 гривен. За вход? За утро. Ничего. Это ж вокзал. Тут по-любому еще один туалет есть. Это центральный вокзал. Здесь работает только один центральный туалет. Не может такого быть. В любом случае, где-то еще один есть. Есть еще один рядышком. Где? Женский. Но вход тоже через меня. Здрасте. Здрасте. А что это в туалет очередь? Что это? Президентскую 1000 можно и на туалет потратить? Дед, бабушка, теперь по закону вход только со сертификатами. А у этого сертификата нету. Вот, получается, закон наказал представителя закона. Правильно. Пусть мучается, как мой барсик. 3 часа бедное животное на дереве сидело, а они приехать не могли. Ограбление, видите ли, у них. Ай-яй-яй. Ну, вот да. У меня тоже случай был. Иду я как-то в совет. Да вы можете побыстрее! Смотри, какой нервный. Ладно, давайте, бабушка, показывайте. Есть у вас сертификат? Ой, нет, у меня этот, как его, курократ. Ой, каракурт. Чего? Курандор.
QR-код! А, QR-код. Давайте показывайте ваш телефон. Сейчас, он у меня в телефоне. Ой. Сейчас. Сейчас, платочек. Еще платочек. Дорогой телефон. Вы не спешите, у меня куча времени. Я тороплюсь. Вот он мой телефон. Подождите, бабушка, это же не смартфон. А где QR-код? Так я же говорю, в телефоне. О, вот он. Вот мой QR-код. Дайте-ка посмотрю. Окна дешево. Да, все в порядке, проходите. Это же реклама из метро. Ты хочешь, чтобы я ее остановила? Проходите, бабушка. Идите. Приятного времяпрепровождения. Ага. Ой, что ж делать-то, а? Что ж делать? А фуражка твоя тебе прям сильно нужна? Что, можно пройти за фуражку, давайте? Нет, ты в нее можешь сходить без сертификата. Сволочь! Ой-ой-ой. А вы, значит, у нас ангелы, да? Кошмарите маршрутки, кафешки. Лучше бы делом занимались. Да у нас инструкция. Да подотрись ты своей инструкции. Я бы с удовольствием. Пропустите только. Показывай сертификат и проходи. Ну нет, у меня, я же сказал, он в машине. Ну тогда давай ПЦР-тест сделай прямо тут. У вас нет оборудования. Как-то нету. Вот. Палочка для мазка. Это в нос не влезет. А это не для носа. Давай, служивый, поворачивайся. Не надо мне это. Как хочешь, я предлагала. Не хочешь поцарать тест, можем сделать экспресс-тест. Есть экспресс, конечно, давайте. Конечно. Так. Ответьте на вопрос. Есть у вас сертификат или нет? Нет. Вы не прошли экспресс-тест. Ну ты сволочь, а. Я тебя каждый день штрафовать буду. Да пусть того, что здесь произойдет через несколько минут, ты наш вокзал будешь за километр обходить. Да блин, что ж делать-то? Иди в машину. За сертификатом? Нет, ты не успеешь обратно вернуться. Я эту шаурму сдаю. Подходи к машине, багажник открывай и прямо в багажник наваливай. Точно. У меня же там напарник есть. Господи, я, конечно, знала, что вы извращенцы. Но чтобы гадить на напарника, вы еще хуже гаишников. Алло, пухлый, ты возле машины? Хватай сертификаты, дуй к туалету срочно! Что? Шаурму ешь? Хватай тогда и свой, и беги сюда срочно! Стопэ! У меня же это... Есть сертификат в телефоне. О, да ты догадливый. Сейчас. Сейчас, подожди, сейчас я это пин-код вспомню. Сейчас так, 0-0-0. Нет, не то. А сейчас это. 1-0-1. Нет, 1-1-1. Блин! Как вы нас вызываете? 102. 102. О, отлично! Вот, пожалуйста. Что? Блин, слетел. Сейчас. Цифрова краина в смартфоне. Сейчас. Удобно до усрачки. Блин. Все. Запускай авторизацию. Сейчас. Да, подходите, все в порядке. Приятного времяпрепровождения. О, вот есть, работает. Вот, пожалуйста, вот мой сертификат. Откуда я знаю, что он настоящий, а не фальшивый? Так это ДИЯ, это официальное приложение Министерства
цифровой этой трансформации. Министерство цифровой обсерации. Говорят, что это приложение может сделать даже 17-летний школьник. Или студент. Вот-вот, смотрите, вот же моя фотография, он настоящий. А не похож на тебя? Тут человек улыбающийся, счастливый. А тут, смотри, глаза заплющенные, щеки надутые, будто взрался. Я уже почти... Ладно, ладно, допустим, он настоящий. Ну как же я тебя пропущу? Ведь по постанове на 20 квадратных метров должно быть не больше 5 человек. А ты шестой. Мужики, пожалуйста, быстрее, у меня сейчас телефон сядет. Вот вы, менты, в любой непонятной ситуации начинаете напрягать других людей, да? Спасибо тебе, мужик. Огромное тебе спасибо. Молиться на тебя буду. Все, вот, пожалуйста. Стоять, санитарная обработка. 5 минут. Да быстрее! Все по постанове. Блин! Все. Что, обстрался? Телефон сел. Ухлый! Да-да-да, Александр Константинович, что-то сертификат. Ты свой хоть взял? А мне зачем? Сейчас с тебя шаурма эшелонами полезет. Да я за свою жизнь столько шаурмы съел, что мне вообще ничего не будет. Хорошо, что я эту шаурму прям в целлофановом пакете съел. А напарник-то у тебя продуманный, мужик. Вот, сертификат. Секундочку. А вдруг он поддельный? Да как поддельный он? Сейчас. Алло, здрасте. Это горячая линия ВОЗ. А дайте мне к телефону самого главного вашего, Билла Гейтса. В туалете? Надо ж как совпало. Ладно, да. А вы можете мне сказать, как мне проверить, человек вакцинирован или нет? Ага, это прям официальная информация. 100-процентный способ. Поняла, спасибо. Сейчас, секундочку. Что там? Ну-ка. Гляди-ка, действительно работает. Ну что ж, убедил ты меня, служивый. Бери свой сертификат и приятного времяпрепровождения. У вас там бумага закончилась. Бабка, а ну стоять! Стоять, куда без сертификата? Не пройдешь. Да что ж я вам такого сделал-то, а? Вы что думаете, мне эти 17 тысяч нужны? Я ж ничего с них не имею. А нас начальство знаете за то, как мы план не выполняем, как нас... Ладно, ладно. Вытри сопли, я только помыла тут. В любой ситуации, вирусы, не вирусы, а человек должен оставаться человеком. По какую сторону закона ты бы не находился? Что? Полиция осознала? Обосралась полиция. Сам-то попку помоешь или не учили вас в полицейской академии? Только ручки мыть. Идем, помогу. Идем. Дизель-шоу. Да, нет, пока никто не обращался. Ну, слушайте, здесь два варианта. Либо вакцина действительно настолько хорошая, что у нее нет побочных эффектов, либо настолько плохая, что никто так и не придет. Да. Ну,
не переживайте, в любом случае денежки никому не отдаем. Бережем, так сказать. Да, да. Здравствуйте. Ой, ко мне кто-то пришел, я перезвоню. Добрый день. Скажите, пожалуйста, это здесь выплачивают компенсацию за побочные эффекты от вакцинации? Да, что у вас за проблема? Проблема? У меня катастрофа. Можете уже отсчитывать ваши деньги. Подождите, подождите, про деньги. Давайте разберемся, какие у вас побочные эффекты от вакцины. И, кстати, вы какой вакциной вакцинировались? Подождите вы с вашей этой вакциной. Сначала давайте разберемся с побочными эффектами. Ну, давайте, хорошо. Что у вас случилось? Во-первых, у меня пропал сон. Так, на какой день после вакцинации? Что значит «после»? Сразу же. Сразу же, как только я узнал, что всех будет вакцинировать. А когда стало известно, что это еще и не бесплатно, у меня вообще начался нервный тик. Посмотрите, у меня дергается правый глаз. Вы извините, это левый. Видите? Да, теперь вижу. Вот. Хорошо, послушайте, я на самом деле понимаю, да, не все вакцины бесплатные, ну а вот вы какую выбрали? А вот именно, что когда я узнал, что этих вакцин несколько, врач у меня сначала диагностировал раздвоение личности, а потом я сам с собой поругался из-за вакцины из страны-агрессора. Послушайте, а самой вакцины какие у вас осложнения? Вы понимаете, когда я узнал, что вакцин несколько, я стал изучать этот вопрос. И сильно у меня упало зрение. Так что вот, пожалуйста. А это что? Это счет от окулиста и за очки. Так. А вот еще, пожалуйста, за свет. За свет? Вы вообще нормальный? Ну, конечно. И в темноте я пока читать не умею. Так, послушайте. Это вы послушайте. Это еще цветочки. Когда я узнал, что эта вакцина сохраняет от коронавируса только на 70%, у меня вообще крыша поехала. Вот счет от психиатра. Так, так, послушайте, хватит мне, давайте ваши счета. У вас есть какие-то осложнения от вакцины? Конкретно? Конкретно диарея. Вот, диарея. Подождите, а как диарея? Ну, после укола, что ли? За месяц до. Когда в новостях сказали, что заболеваемость растет, а вакцин на всех не хватит, я испугался. Все. Вот, пожалуйста, счет за скрепительное и еще за стирку штанов. Знаете, что мы за это платить не будем, потому что мы здесь ни при чем. Как это вы здесь ни при чем? Одну секундочку, я объясню. Я не успел купить скрепительное. Не добежал. А почему? Потому что я забыл маску. А в аптеку меня бы без маски не впустили. Кто это придумал? Ваша организация. Поэтому платите. Так, ладно, тут счет небольшой, мы оплатим. Это все? Я тоже так думал. Но когда в новостях сказали, что сначала вакцину получит армия, потом врачи, потом артисты, а остальных людей будут вакцинировать в последнюю очередь, я снова испугался. Вот, пожалуйста, счет за чистку дивана. Послушайте, так. Вы что, издеваетесь, а? У вас есть какой-то конкретный побочный эффект от вакцины? Конкретно? Геморрой. Вот. Как геморрой? Вы уверены, что это связано с вакцинацией? Да, потому что достать эту вашу вакцину, это кто-то еще геморрой. Да. Вот. Вот. Поэтому вот, пожалуйста, счет за телефонные переговоры с поликлиниками, за транспорт, расписка от врача на $200. Так, ладно, давайте успокоимся, я попытаюсь вам все объяснить. Смотрите, мы не оплачиваем расходы, связанные с вакцинацией. Мы оплачиваем за конкретные проблемы со здоровьем. А, ну так у меня были. У меня вскочила гематома на лбу. Ну вот, вот, вот. Это уже что-то. Так, на какой день после вакцинации? Что вы с вашей опять вакцинацией? У меня
жена спросила, есть ли у нас вакцина. Я говорю, мы в конце очереди только. И мы поругались, она мне ляпнула сковородкой в лоб. Вот, пожалуйста. Вот. Снимок. И вот, пожалуйста, счет из травматологии. Платите. Мы ничего оплачивать не будем, потому что это никак не связано с вакцинацией. Все. Ну хорошо. И я скажу моей жене, что вы отказываетесь платить, а ваш адрес она знает. А давайте сделаем по-другому, а? Давайте я вам дам свои личные 1000 гривен, и вы уйдете. Ну это уже разговор, я согласен. Вот, пожалуйста, держите. До свидания. Отлично. Да. Так, следующее, что меня интересует. Что значит следующее? Вы сказали, что уйдете. Кто сказал? Ну, вы. Я? Да. Когда? Ну, как, подождите, я вам дал 1000 гривен, и вы сказали, что вы уйдете. Мне? Вам. О, доктор, видите, еще один побочный эффект. У меня стала пропадать память. Слушайте, за какой эффект выплачивают больше всего денег? За летальный исход. Выплата около 1 000 000 гривен. Так и у меня был летальный исход. Вы что, издеваетесь, что ли, а? Ну вот же вы передо мной стоите живой. А летальный это... Да. Ну, я и не прошу весь 1 000 000. Дайте хотя бы 500 тысяч. А знаете что? А я вот сейчас возьму и позвоню главврачу. Ну, ладно, ладно, ладно. Переходим к главному. Наконец. Итак, да. Побочка от вакцины. Подождите с вашей этой вакциной. Жена мне сказала, что после ссоры мы месяц без секса. И я был вынужден идти в одно приличное заведение к не очень приличным женщинам. И поэтому у меня прилично болит в не очень приличном месте. Вот, пожалуйста. Я так понимаю, это счет от венеролога? Нет, это счет за неприличное заведение. Венеролога я, так и быть, беру на себя, потому что Авраам Маркович очень хороший человек, венеролог. Мы там и познакомились в не очень приличном заведении. Серьезно? Послушайте, я так и не понял, вы вакцину сделали или нет? Да подождите вы с вашей вакциной. Вот, оплатите это. Что это? Это счет за Виагру. Какую нахрен Виагру? Голубенькую вот такую таблеточку, потому что я очень сильно перенервничал, и у меня случился сбой в половой системе. Послушайте. Я еще раз вам повторяю, мы оплачиваем только за проблемы, связанные с вакцинацией от коронавируса. Поверьте мне, для мужчины проблемы с коронапенисом гораздо важнее какого-то там воспаления легких. Правда же, вот, вот, люди говорят вам. Я уже ничего не понимаю, вы вакцину сделали или нет? Да подождите вы с вашей вакциной, мы уже близко. Я шел ее делать, прямо шел делать укол. И тут у меня случайно сбивает машина. Об этом узнает дядя Йося, и у него случается инфаркт. Не потому, что он меня так сильно любит, а потому, что я ему сильно был должен денег. Так что, вот, счет за похороны тоже оплатите. Какой дядя Йося? Какие похороны? Какой инфаркт? Что вы мне несете вообще? У вас есть какие-то конкретные симптомы? Усталость, головная боль, боль в мышцах, в суставах? Есть что-то такое? Вот все, что это вы сказали, все это у меня и есть. Это точно связано с вакцинацией? Конечно, потому что я столько стоял в очереди за этой вашей вакциной, что у меня все это случилось. То есть вы все-таки дождались очереди и вакцинировались, правильно? Я что, идиот? Я продал мое место. Люди спрашивали. Послушайте, я не могу до сих пор понять, вы вакцинировались или нет. Да подождите вы с вашей вакцинацией. Сначала оплатите мне вот за эти побочные эффекты, а потом я уже подумаю, вакцинироваться мне или нет. Что? То! Потому что если у меня столько эффектов до вакцинации, я представляю, сколько будет после. А знаете что? А вот ничего мы вам оплачивать не будем. Едьте в свой Израиль и там вакцинируйтесь, понятно? Вы идиот? Я бы уже 8000 раз был в Израиле. Но в Израиль без вакцинации не пускают. Поэтому, чтобы мне сделать хорошую вакцину там, мне сначала нужно уколоть плохую тут. Но мне нужны гарантии. Да пошел ты!
стойте, оплатите хотя бы Виагру. Я старый обещал хороший... Дизель-шоу. Запрошуем у вас на теплі. Весняні. Веселі. Надихаючі. Березневі. Яскраві. Сімейні. Патріотичні концерти Дизель-шоу на підтримку ЗСУ. Три дні поспіль ми будемо радувати вас новими жартами. 1, 2, 3 березня запрошуємо вас в Жовтневий палац. Сміємося разом ворогам на зло та донатимо на ЗСУ. До зустрічі на концертах найкращого шоу країни. Зустрінемо весну! Дизель-шоу. Руки протри антисептиком. Да вы задолбали со своим антисептиком. Вон, елку попшикали, она вся осыпалась. Потому что оно и через елки передается, кто его знает. Маску надень. А вы что без маски? Мне в ней трудно дышать, а ты надень. Сашка, ну действительно, ну Новый год уже практически начался, а ты до сих пор без маски. Ладно, хорошо. Какую одевать? Праздничную или повседневную? Ну, конечно, праздничную. Может, хотя бы когда часы 12 будут бить, маски снимем? Вот правильно ребенок говорит, потому что есть традиция такая. Как ты Новый год встретишь, так ты его и проведешь. Не умничай. Давайте так, расставим все на столе и тогда снимем маски. Так сейчас положено, чтобы надежно спрятаться от этой заразы. Типа, когда коронавирус к нам придет, он вас в маске не узнает. А я специально на вас пальцем покажу. Одна у меня отрада. Ты, внучек, умный, красивый. В кого ты такой? Слушайте, бабуля, а вы в каком платье Новый год встречать будете? В синем или в зеленом? Или в обоих сразу? Очень смешно. Похочешь ты. Слушайте, а давайте вообще Новый год будем в разных комнатах праздновать, а? Слушай, я вообще не понимаю, как ты с таким отношением до Нового года дожил? А потому что я не верю в этот вирус вообще. И антисептик у меня двойной перегонки. Думаю, дело не в антисептике. Просто животные не болеют. Вот вы смеетесь, а между прочим, следующий год – это именно мой год. Да-да, год тупого быка. Не тупого, а белого. Во-первых, я сильный, я здоровый, как бык. А во-вторых, я беленькую люблю. Ёшка, куда? Руки иди вымой с мылом. Бабушка, я их мыл 15 минут назад. Ну ты же папу трогал, он заразный. Ладно, давай я тебе водочкой руки протру. Я вам сейчас протру. Посмотрите на нее. Вон, корвалолом своим протирайте, он тоже на спирту. Ладно. Так, садитесь все за стол. Отмечать Новый год. Блин, ну у меня, конечно, такое ощущение, что мы этот Новый год с марта встречаем. Чего это? Да потому что сидим постоянно за столом, жрем вон вчерашнее и ждем, когда президент что-нибудь по телевизору скажет. Так, все. Вот. Все готово, можем снимать маски. Давайте, снимайте. Так, ну что, давайте по 50. Приготовились. Фу, что с мандаринами? Я их прокипятила. Их есть невозможно. Зато безопасно, Лёшенька. Надо все кипятить. Эта болячка страшная. Так по телевизору сказали. Да вы меньше этот телевизор и новости смотрели. А это не новости. Это экстрасенсы говорили. А они не врут. Что ж ваши экстрасенсы за 16 сезонов ни разу коронавирус не предсказали? Что, по сценарию не было написано, да? Так, Саша... Побрызгай себе руки антисептиком. Слушайте, я вообще вам так скажу. Я этого коронавируса вообще не боюсь. Чего? Потому что на мне кредит висит. Если что, меня коллекторы откачают. Эй. Ну давайте вздрогнем уже по писяшке, а? Поехали. Сейчас. О, Дед Мороз пришел. Чего? Этого еще не хватало. Ура, Дед Мороз! Он заразу нам принес. Бабуль,
Но Дед Мороз ведь сказочный персонаж. Как он может заболеть? Ну, вон даже президент заболел. А знаешь, какие он сказки рассказывает? Как вы все-таки задолбали со своей политикой? Точно. В этот раз президента смотреть не будем. Чего это? Вирус новый, малоизученный. Может, оно и через телевизор передается. Дед Мороз пришел! Есть кто дома? Пойду открою. Не пускайте эту бациллу ходячую! Чего это не пускайте? Я ему 500 гривен уже дал, пускай отрабатывает. Сколько? Саша, это такие деньги! Ты вообще не умеешь обращаться с деньгами! И это мне говорит внучка великой финансистки, которая вложила все свои пенсии в ценные бумаги Обуховского комбината. У нас он из-за этих акций к Лёшке в комнату даже зайти невозможно. Так, ты, дед, скажи сперва, у тебя ПРЛ-тест есть? Может, ПЦР? Не умничай! Есть или нет, говори. Да есть, есть. У меня и все справки, и прививки, и... А от коклюша привился? Бабушка, ну это лишнее. Лучше перебдеть. Есть прививки у тебя у всех? Да все, говорю, у меня есть. Дед Мороз подготовился. А ну давай, просунь все под дверь. Сейчас. Так. Давай я возьму. Подожди, Вика. Ба! Лучше перебдеть. Ну все, ну хватит уже. Ладно, куда? Перчатку надень. Господи. И лучше перебдеть. Все, надела, вот. Подожди. Пускай Сашка лучше возьмет. Ну, его не так жалко. Ба. А. Это поэтому именно я в магазин хожу, да? Сашка, ну что ты начинаешь? Ну действительно, давай и ты посмотришь. Блин. Ну что там? Да ни хрена тут не разобрать уже. Вы своим антисептиком побрызгали, все буквы порасплывались. Так а что делать? Все буквы размыл, зараза! Слушайте, так у меня есть все справки в электронном варианте. Давайте я вам на Вайбер отправлю. Давайте. Давайте на мой номер. Подожди! Не открывай! Вы что делаете? Попси уже, что ли, бабуля? Лучше перебдеть. Блин, третий телефон угробите. Ну, что там? Ну, вроде все нормально у него, все отрицательно. Слушайте, да у меня даже борода из стерильной ваты. Ну, отлично. Оставляй подарки под дверью и вали отсюда. Что значит вали? Вы чего? Я же ему аванс дал. Блин. Бабушка, пожалуйста. Ну ладно. Так, только подготовиться надо. Куда? Дай лапочку. Лапочка, давай. Давай, давай. Я тоже продезинфицируюсь. Давай. Оп. Вот, все. Все готовы. Ну. Заходи. Добрый дедушка. Сука, глаза! Подожди. Ну, хрена! Все, теперь можешь. Я Дед Мороз, я шел, друзья, к вам. А ну пошел вон отсюда! Ты кто ж ты, зараза! Вика, вызывай скорую и полицию! Скажем, что он грабитель! Да вы мне еще деньги должны! Вы что, больные, что ли? Ну, кашлянул человек. Ну, поперхнулся. Все ж, теперь не кашляет. Что вы делаете? Да, пожалуйста. Сейчас же Новый год. Я хочу посмотреть на Деда Мороза. Хочешь посмотреть? Сейчас. Вот тебе стульчик. Вот тебе глазок. Смотри. Дедушка Мороз, а что ты нам принес? Это сюрприз. Хватит нам сюрпризов в этом году. Ну, говори, что у тебя там. Ой, ладно, у меня конфеты и Made in China. Конфеты у меня. Давайте его впустим. Ну, пожалуйста. Ну, действительно, давайте пустим уже. Так, хочешь Деда Мороза? Вот бери к табуретку, иди в подъезд
и сиди там с ним. Но только знай, что к 2 недели с ним там и просидишь. Ну, бабушка. Ну, пойми, если ты в этом году Дедушку Мороза увидишь, то в следующем году можешь не увидеть бабушку. Дед Мороз, заходи! А ну, стоять! Да кто ж ты такая-то? Ай! Температуру у него проверьте. Логично. Вы что, вообще уже? Это же Дед Мороз. По его показаниям температура, его сразу надо в морг отправлять. Дед, что? А ты кого до этого поздравлял? Никого. А от вас так спиртом несет, как будто вы с утра всех поздравляете. И глаза красные. Вы ж сами мне в лицо спиртом пырнули, а потом еще по печени дали. А, ну логично. Слушайте, давайте его уже запустим, действительно. Ладно. Последняя проверка. Задержи дыхание. Хорошо. Но если вы после этого меня не впустите, я уйду. Понятно? Ага. Давай, дед, держись ты уже на финишной прямой. Пожалуйста. Так. Так. Слушайте. Так. Так, бабуль, а ну, кыш. Ну, действительно, что вы делаете? Он там сейчас крякнет. Лучше он, чем мы. Так. Так, все, я его запускаю. Идите. Да. Да. Давай, дедуля, заползай. Добрый день. Стоять! Кто ты? Пусть по скайпу поздравит. Точно, Сашка, пусть он Лёшку по скайпу наберет и поздравит. Слушай, Вика, ты такая умная. Чего ж ты по скайпу прически не делаешь и маникюры, а? Саша, будешь выделываться, будешь спать со мной по скайпу, понял? Что вы, взрослые, только не сделаете, чтобы детям праздник испортить. Эй, действительно, что вы за люди такие? Давай, Лёшка, по 50. Саша! Ой, извини. Ну, ладно. Ну, давай по 50. Саша! Ладно, говорю, впускай его. Но только мы сначала костюмы новогодние подготовим. Ура! Идемте, идемте, костюм. Вот. Дедуль, ты там еще? Заходи. А бабка ушла? Ушла? Ага. Да ты не обращай на них внимания. Они ж шибанутые, у них даже справка есть. Саш, продезинфицируй там его! Да-да, сейчас как раз этим занимаюсь. Давай, дезинфекция спешки не любит. Вперед. Вы что там, пьете? Да нет, сока выпили немного для поднятия иммунитета. Ну, давай рассказывай, что там в мире вообще происходит? Да хреново все. Люди в меня вообще перестают верить. У вас что, нормальная семья, да, несмотря ни на что, нормальная семья. А так бывает, приезжаешь и говорят, откуда с Лапландии, все, будь добр, 2 недели на карантине в подъезде сиди и жди. Здравствуй, Дедушка Мороз! Борода из ваты! Алёшка тебя уже тут дождался! Одну секундочку. А раньше для Деда Мороза другие костюмы надевали. А ну понюхай, чем пахнет! Бабушка, ну это лишнее! Я хочу убедиться, что человек запахи чувствует. Да вы что делаете вообще уже, что ли, с ума сошли? Что? Просто чихнул. Да блин, зима на улице, люди чихают, что тут такого? Дотя, бежим, тут все заражено! Я вещи собирать! Какие вещи? Я говорю, все заражено! Бежим в деревню ко мне, у меня пересидим! Лучший Новый год за 5 лет! Так, ну что, дедуля, чем дезинфицироваться будем? Беленькая или односолодовая у меня есть? Да мне, в принципе, без разницы. Я все равно ни вкусов, ни запахов не ощущаю. Бабуля! Бабуля, стойте! Я ж без вас в деревню не доеду! Бабуля! Дизель-шоу. Вот у меня еще вот один вопрос. А, ну, в общем, вот.
смотрите, как будто я танцую цыганочку. А вот представьте сейчас, что я скачу на лошади верхом. Вот так вам нравится? Яна, ё-моё, так куплю я тебе твой 12-й айфон. Не надо прямо так на него зарабатывать, ё-моё. Иосиф Виссарионович, я вам перезвоню. Ты что, показывала сиськи какому-то Сталину? Кому? Кому ты звонила? А, это была онлайн-консультация. А, вот так вот это называется, угу. Да? Онлайн-консультация. Раньше это была просто порнушка на веб-камеру, а сейчас это онлайн-консультация. Класс, класс. Ну я серьезно, это была онлайн-консультация у врача, у мамолога. Мамолога, да? А потом я увижу твои сиськи в каком-нибудь телеграм-канале «Сиськи на скорости», да? Егор, ну что ты такое говоришь? Ну, понимаешь, просто сейчас все больницы закрыты, вот, а врачи могут тебя по скайпу проконсультировать. А деньги ты этим врачам тоже на камеру показываешь, да? Нет, я им на карточку отправляю. Это хуже. А что, действительно, больницы прям все закрыты? Ну, работают только инфекционки. Но если у тебя проблема, то врач может тебя проконсультировать онлайн. Тут онлайн не получится. Тут такая проблема, что надо ехать. Коронавирус? Жопа напрягус. А что это такое? Геморрой по-старому. Это то же самое, что было у Танькиного мужа? Нет, у Танькиного мужа вот там вот действительно. Он кредит в долларах взял, а у меня просто задница болит. Зайчик, дай потемой. Яна, ты в своем уме, ну ты чего? Пусть, ну пойми, что с геморроем тебя в больницу не примут. У тебя должны быть какие-нибудь симптомы коронавируса. Вот скажи, ты кашляешь? Слава богу, нет. Если бы я еще и кашлял, мне бы в два раза больнее было. А запахи, вкусы чувствуешь? Вот если я кашляну, то запах все почувствуют. Так откуда он у тебя? Да ну откуда я знаю? На карантине долго сидели, вот я и насидел. Слушай, ну смотри, я тебя сейчас запишу на онлайн-консультацию к врачу. К мамологу. А что, у тебя еще с грудью проблема? А ну попрыгай так, как будто ты скачешь на лошадь. Яна, у меня нет проблем с грудью. У меня есть только одна проблема с моей подружкой. У тебя нет подружек. Я про свою задницу. Ах, господи, не знала, что вы дружите. Хорошо, сейчас вот я запишу тебя к проктологу, и ты ему все покажешь. Что покажешь? Я не собираюсь ничего показывать. Ой, Егор, я тебя умоляю, ну тут ничего нет постыдного. Вот я, например, уже два раза ходила на прием к гинекологу. Это вы вообще, женщины, можете себя всему интернету показать. А я не такой. Что? Что? Вот ты вспомни, как мы с тобой познакомились. Ты мне в интернете скинул свою голую фотку и... И ты влюбилась. И я поржала. Как поржала? Вообще-то... Там просто ракурс неудачный был. Я в следующий раз не буду со стороны живота фоткать. Ну, короче, неважно. Ты это, давай, собирайся, поехали в больницу. Да тебя без симптомов не примут. Примут. Если что, я им прямо в приемном покое, как кашляну. Господи, да не выдумывай. Да это ты не выдумывай. Ну о чем ты говоришь? Ну какой онлайн? Ну а если у меня, не дай бог, аппендицит? То мне что его, на камеру самому себе вырезать, что ли? Господи, ну какие ты глупости говоришь? Ну зачем тебе резать самому себя, если у тебя есть я? Яна! Подожди, секундочку. А? Ты вообще себе представляешь, как проходит лечение геморроя? Ну, чисто теоретически, да. Но я же как-то курицу фаршировала. Это что это ты показываешь? Фаршировку курицы. Ты сейчас не курицу, то и индюшку показываешь, а то и корову. Ой, господи, Егор, ну вот Викуся мне рассказывала, что даже Саша пошел на онлайн-консультацию к урологу и ничего не стеснялся. Да ладно, Вика просто в комнату не вовремя зашла, вот Саня и отбрехался.
к урологу он ходил. Хорошо, не хочешь звонить доктору? Давай свечку поставим, а? Ага, за упокой моей жопы. Да лечебную свечку. Я тебе сказал, я не индюшка. Я себя фаршировать не позволю. Все, звони доктору. Ну и как ты себе это представляешь? Как я ему буду звонить? Вот так? Как? Вот так? Здравствуйте. Я тебе помогу. Не надо мне помогать. Что? Не хватало еще. Я понимаю, партнерские роды, но партнерское лечение геморроя – это уже слишком. Ты как хочешь, а я в больницу не поеду. Я боюсь заразиться. Ну, допустим, если я даже позвоню. А как он поймет, что я к нему на консультацию, а не просто показать свое отношение к медицине? Да просто не надо сразу все показывать. Для начала просто поздоровайся, скажи «здрасте». Я сейчас не смогу этим местом сказать «здрасте». Максимум «привет». Да ртом, на! Добрый день. Что вас беспокоит? Здрасте. До свидания. Ну, Егор! Я не могу. Ну, как ты себе представляешь? Ну, как я какому-то первому встречному поперечному возьму и покажу свою задницу? Господи, да это его профессия. Ну, что профессия? А вдруг к нему какой-нибудь коллега зашел? Или еще хуже, у него день рождения? Ну, представь себе, куча друзей на большом экране, большими цифрами, 60 лет. И тут появляется на экране она и говорит «Привет». Да не будет там никого, на, все. Слушай, звони. Я не буду звонить. Я могу ему рассказать, показать на пальцах. Я могу рисунок нарисовать. О, я могу сделать селфи задницы. Ну, типа она сама это сделает. Такое же бывает. И подпишем анонимус. Во-первых, это называется Я знаю, как это называется. А во-вторых, врач должен все вживую посмотреть. Ну, что он увидит вживую через эту маленькую камеру? Да я поставлю просто хорошее расширение видео. Не надо мне ничего расширять. Я хотела как лучше. Яна! Ну, так, давай забудем это все. Мне легче, мне уже ничего не болит, все хорошо, давай смотреть телевизор. Распеться решил что-то. Самое. Ну что, посмотрим телек, да? Да. Яна, блин! Ладно, я позвоню. Где мои праздничные трусы с жирафиками? А зачем тебе они? Я хочу произвести на доктора хорошее впечатление. Да доктору все равно в каких-то труселях. А мне не все равно. Господи, ты не так тщательно готовился к нашему первому сексу. На нашем первом сексе не было доктора. Я снимал это видео просто по приколу. Звони. Не подглядывай. Здравствуйте, доктор. Здравствуйте. У меня тут, короче, проблемка. Понимаю, показывайте. Ага, сейчас. Ух ты! Ничего себе! Какой у вас глубокий кариес! Чего? Какой еще кариес? Яна, ты кому меня записала? И прости, пожалуйста, я, видимо, случайно кнопочки перепутала и записала к тебе к стоматологу. Ты куда? Я сейчас быстренько все переделаю. Блин, к стоматологу. Хорошо, что он меня сразу пломбировать не начал. Я сейчас точно забежу к проктологу. На этот раз это будет точно проктолог? Потому что если это будет окулист, если он будет задавать свои дурацкие вопросы... А что это ресничек нет вокруг глаза? А почему зрачок расширенный? Срачок. А почему только один глаз? Вы что, циклоп? Егор, иди, все, я все сделала. Давай. Блин.
Я что-то не понял, я еще ничего не нажал, оно мне уже мою задницу показывает. Ой, прости, это я поставила на видеозапись. На запись? Ты чего, это записывала, что ли? Я случайно. Случайно? А мне потом оправдываться, как Дзюбе? У каждого мужчины свои слабости, а у меня это хобби. Я люблю звонить докторам и показывать свою... Давай я выключу. Не надо, не прикасайся к нему. Иди, вон, смотри телевизор. Он заглянул вовнутрь, и перед ним открылась бездна. Глубокая бездна. Яна, переключи на новости, пожалуйста. Спасибо. Именно так сейчас выглядит тоннель метро на Троещину. Яна, можно какой-нибудь спортивный канал? Отличный проход, бросок, гол! И он приносит своей команде очко. Яна, выключи телевизор! Ну? О. Здравствуйте, доктор. Добрый день. Чем могу помочь? А вы проктолог? Да, Олег Николаевич, проктолог. А вы точно проктолог, не окулист? Точно. А друзей там у вас рядом нет? Послушайте, я проктолог, у меня вообще друзей нет. А, ну, хорошо. В общем, у меня, ну, как бы, вот. Послушайте, вы слишком близко стоите. Не могли бы вы немножко назад отойти? Ага, ага. Вот так нормально? Приветики. Давно не виделись. Очень интересно. Да, прям Netflix. Ну чё, как там? Как там кверху? Послушайте, на самом деле вот ничего такого прям трагичного я не вижу, но все-таки вам придется сначала сдать анализ. Как, на компьютер? Нет, почему дома, и прислать. Фотку? Нет, вторую, и прислать нам в лабораторию. Как, через новую почту? Нет, лучше лично. Знаете, лучше приходите лично, и тогда я смогу поставить вам диагноз и назначить лечение. А по видео что, нельзя сказать? Скажу. У вас геморрой. Вот. Я вам советую записаться ко мне на прием. Мое расписание есть на сайте. Вот. Поэтому, ну, скажем, завтра на 15:00. Хотя, в принципе, вы все это могли узнать и без видео. Подождите, а что, так можно было? К вам можно при... А... Яна! Ты знала, да? А ты знала, что геморрой заразный? Не заразный. Еще какой заразный. Вот посмотришь, как только я тебе кредитные карточки заблокирую, наличку перестану давать, а на Новый год Дед Мороз тебя поздравит онлайн и покажет на камеру 12-й айфон. Все. Егор, ты куда? У меня важный звонок. Я буду звонить министру здравоохранения и покажу ему свое отношение к карантину. Но сейчас... Запрошуем у вас на теплі. Весняні. Веселі. Надихаючі. Березневі. Яскраві. Сімейні. Патріотичні концерти Дизель-шоу на підтримку ЗСУ. 3 дні поспіль ми будемо радувати вас новими жартами. 1, 2, 3 березня запрошуємо вас в Жовтневий палац. Сміємося разом ворогам на зло та донатимо на ЗСУ. До зустрічі на концертах найкращого шоу країни. Зустрінемо ВСУ разом! Дизель-шоу. Так, осужденная Короненко. У тебя на свидание со зрителями 5 минут. Справлюсь, начальник. Если что, продлят, как карантин. Разговорчики. Какие разговорчики, начальник? Песня. Вика Корона, звезда шансона. Песня о свободе, которую у нас забрали. Можно аплодировать, кому нравится, можно подпевать. Голуби летят над красной зоной. Голубям нигде преграды нет.
как бы мне хотелось с голубями, мама, до зеленой зоны долететь. Как бы мне хотелось в ресторане, мама, просто так, без маски, посидеть. Только ж самолеты не летают, не пускают, суки, в поезда и снуют повсюду полицаи. За здоровьем нации следят. Так. Для здоровья нас они штрафуют. Для здоровья могут навалять. Если вы без маски кашлянете, для здоровья могут расстрелять. Так, Короненко. Чё? На обычных зонах люди пашут, валенки и варежки там шьют. А у нас менты тут беспределят. Ты прикинь, работать не дают. Киева маляву подогнали, заведенья все позакрывать, чтоб на власть людишки не бузили, маской всем закрыли быстро пасть. Так. Ведь я сейчас сам, куда надо, маску запихну. Начальник, я себя для мужа берегу. В красной зоне нету развлечений. Рынки начинают закрывать. Мы питаться будем голубями, если будут соки продолжать. Денег, мама, с каждым днем все меньше. Нет достойных в городе зарплат. Чтобы облегчить режим на зоне, нам открыли в городе ломбард. Так а что? Ломбард — нормальная тема. Я туда часы сдал. Чьи? Неважно. А, видимо, пошел по беспределу тот, кто вирус тут короновал. Надо, чтоб менты открыли дело и палач прилюдно расстрелял. Ну да. Не, вышка, это ему за счастье. Сначала на месяц самоизоляция, а потом на 15 лет в карантин. О! В мажорных зонах все кайфуют, в рестораны ходят в карантин. Так нахрена ж вы тут-то нам, извиняюсь, звездите? Ну да. Шо закон у нас для всех один. К новым постановам привыкаем, в зонах людям жить не привыкать. Только ж вам не хватит полицаев, чтобы всех на зонах удержать. Все концерты нах подменяли, чтобы веселее стало жить. Магазины все позакрывали, будем в одинаковом ходить. Так уже когда-то здесь бывало, в красной зоне жили 70 лет. И зеленых зон мы не видали. И на выезд был у нас запрет. Да ты-то откуда знаешь? Батя рассказывал. А ему дед. Зона у нас это наследственная. Из поколения в поколение переходит. Всех по хатам в зонах закрывают, лишь с собакой можно выходить. Даже малолетки пострадали,
чушь по телевизору учить. Депутаты снова балаболят, типа знают, как нам лучше жить. И общак, как раньше, теребанят тот, что был заложен на ковид. Главный, что у нас по медицине, с телека кричит: не паникуй. Хочет медреформу по страховке. Главный медицинский застрахуй. Так, Роненко без мата. Это не мат, это эмоции, начальник. Чувствую режим на красной зоне. Нам не скоро будут Передай зеленый пида гогам. Скоро будем жестко их... Нет, тут у меня сама цензура. Скоро будем жестко бунтовать. Потому что хватит уже с нас ограничений. Хватит нам горбатого лепить. Скоро голубятню мы разгоним, что в Киеве под куполом сидит. Так, Короненко, все. Время! Голуби летят над красной зоной. Им закон не надо соблюдать. Как бы мне хотелось с голубями здание Минздрава обосрать. Так. Понятно. Дизель-шоу. Ненавижу поликлиники. Везде спиртом пахнет. А на входе пирожками. Блин, так выпить охота, а? Вроде ж не хотел. Что за поликлиника такая, а? Бахилы по 30 гривен продают. Да не говорите, крохоборы, спекулянты, гады. Уйо. А мне жена говорила, что инопланетян не существует. Это, кстати, мой второй контакт. Первый был, когда я омыватель попробовал. Вы его тоже видите? Вообще-то это мой сын. А вы по записи? Я по запаху. От этого кабинета лучше всего спиртом пахнет. А мне лекарства надо. Здрасте. На прививке сюда? О, здорово. Да. Ух ты, черт. А, это малой? Да, это мой сын. С ним все в порядке. Понятно. Ну, здрасте, Егор. Александр. Да ладно, что ты начинаешь? Я не заразный. Лучше перестраховаться. Ну да, действительно. Возьмите мое средство, оно на основе спирта. Что ж ты, гад, молчал? Вы что делаете? Это для наружного применения. Ой, немного попустило. Лёва, иди сюда, здесь прививки делают. Блин, это что, слёт инопланетян? Ой. Это космонавт? Да нет, я просто забыл, что затемнённое стекло. Это мы от эпидемии спасаемся. Просто зашли в аптеку, а там ни одной марлевой повязки. Я, кажется, догадываюсь. Где все марлевые повязки? Зато не заболеем. Да. Сыночка, иди пока сдавай анализы, а папа очередь подержит. Я, конечно, извиняюсь, может, не мое дело, но, по-моему, он вас не слышит. А, сына, топ-топ, пись-пись, буль-буль. М? Сынок, иди за ним, этот парень, походу, здесь местный. Дети такие бесстрашные сейчас. А я в детстве прививок боялся. Мне все врачи говорили: не бойся, тебя всего лишь комарик укусит. А мне еще страшнее становилось. Чего? Да вы знаете, сколько заразы в тех комарах. И малярия, и дифтерия, и дизентерия, что хочешь. Ой, а я вот лично
прививок никогда не боялся. Вот доктора боялись мне их делать. У меня просто в детском садике репутация была не очень. 3 нокаута, 2 нокдауна. А я прививки любил, да. Особенно запах от ватки. У меня так батя пахнул. Я вот, честно говоря, не понимаю, зачем эти прививки нужны? Нельзя каких-то таблеточек дать, да и все. Что? Вы против вакцинации? Тихо-тихо, стресс. Стресс, стресс, таблетки от стресса. Между прочим, вакцина — это введение в организм человека заболевания в малых дозах, чтобы он мог с ним бороться. Чего? Ну это как пивка перед хорошей пьянкой дернуть. Понимаешь? Чтоб печень адаптировалась. О, сынок мой, единственный тут землянин, кстати. Пап, я все бахилы продал. На АКДС и полиомиелит очередь занял. Молодца. Так, Лешенька, смотри. Пойди вот эти банки. Продай возле лаборатории с анализами, понял? Все, чеши. Вообще-то там баночки поменьше нужны. Вообще-то огурцы именно с таких едят. Вы что чихаете тут? Расчихались тут? Да успокойся, я просто чихнул, ну. Просто чихнул? А вы знаете, что у кори первые признаки, как у простуды? Не знаю. Вы корью раньше болели? Я нет, но жена думает, что да. Это как? Да это я из Таиланда вернулся, сыпь какая-то началась. Жена, мол, что такое? Я говорю, корь, дорогая, корь. А вы болели корью? Я нет, не болел. Ну и не парюсь по этому поводу. Между прочим, зря. Взрослые гораздо тяжелее переносят корь, чем дети. Ха. Братан, у меня теща неделю жила. И если я ее перенес, то я любую болячку выдержу. А, извините, а вы только от кори будете делать прививку? А от столбняка будете делать? От столбняка? Да зачем? Ну, лишать удовольствия моего пацана. Я же еще внуков хочу. Пускай стоит. Ну да, да. Так. Тихо, детки. Проходим. Тише. Это что за пятна у вас? Что это за пятна у вас? Господи. Не переживайте вы так. Это пока я спал, меня дети... фломастером разрисовали. А сколько у вас детей? 5. Пятеро. Вот кому нужно прививки от столбняка делать. Это еще что? Однажды они мне руку клеем намазали, пока я спал, а у меня зачесалось. Ну вот так пришлось на работу ехать. Я представляю, как с тебя ржали на работе. Нет, это полбеды. Меня в метро на каждой станции выкидывали и избивали. Детей не хотели в садике выдавать. Так, вы крайний? Да, я. Это хорошо. Так, я буду за вами. Еще очередь в 17 кабинетах надо занять, и все. Слышь, мужик, могу очередь на АКДС продать? Спасибо, не надо, мы успеем. Успеет он, 5 детей, ни разу не успел. Успевун. А вы это, раньше прививки делали? Сегодня еще нет. В смысле сегодня? Вчера делали, позавчера делали, позавчера тоже делали. Слышь, мужик, у тебя в роду фашистов не было? Найн. Немцы были, фашистов не было. О! Что там? Ничего себе! Это за 2 пустые банки? За полную! Там пьяного дядю полиция вела. Он попросил, чтобы я за него анализы сдал. Молодца. Слушай, Лёшка, иди, наверное, обратно под лабораторию и жди пьяных дядь. Угу. Пап, я больше не хочу в туалет. Попей водичку и иди. Бизнесмен растет. Лёша Маск.
А я вот не хотел хвастаться, ну ладно, похвастаюсь. Я же тоже скоро миллионером стану. Да, я вложил деньги в биткоины. Я тогда их еще по 2 гривны брал, да. Но могу вам, как корешам, продать по 100 баксов. О. Это ж жетоны на метро. Да ты-то откуда знаешь, как они выглядят? Кто, биткоины? Жетоны на метро. А, здравствуйте. Здравствуйте. Кто на прививочке? Сдаем медицинские карточки. Да, 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 да. На прививочке. Так. Так, хорошо. Вот за 2018-й. За 2017-й давайте. Не надо, думаю, этого достаточно. Доктор, а я забыл дома. Ай-яй-яй, ну без карточки мы не принимаем. А вот, может быть, вот это поможет. Ну что ж, вы говорите, что у вас карточки нет. Вот же она. Вот. А значит, я делаю прививочку и зову следующего. Доктор, да. Доктор, вы как прививку сделаете, ватку не выбрасываете. Слушайте, да. Мне кажется, что вот эти вот все прививки, вот эта вся ерунда, это все происки правительства. Они придумали, чтобы специально с нас бабло срубить. Да что вы ерунду говорите? Да, кстати, это реальная тема. Я в интернете читал. Слушайте, у меня ж кум работает в Министерстве здравоохранения. А давай его сейчас тамберем и спросим. Алло, кумчик, здорово. Слышь, вопрос такой. Вы вот эту вот канитель с эпидемией устроили, чтобы опять бабок срубить? Или... Да, я так и думал, все, расслабьтесь. А сам как вообще? Приболел? Че, простудился? А, температура и красные пятна? Ну, выздоравливай, если сможешь. Вот у нас министерство. Сами придумали, сами заболели. Ага. Вот видите, прививки все-таки делать надо. А вы, кстати, уже определились, какую будете делать? Ну, говорят, бельгийская самая модная. Да, бельгийская хорошая. Мы ее позавчера делали. Позавчера индийскую, вчера французскую, а сегодня опять бельгийскую будем делать. Слышь, а ты не боишься, что у тебя ребенок на прививке подсядет? Нет, что вы, мы ему делаем прививки от привыкания к прививкам. А мы нашей будем пользоваться. Какой нашей? Отечественной? Ну да. Ух ты, а как препарат называется? Записываем. Чеснок. Да ну скажете, тоже такое. Чеснок не то, что от кори, он и от дифтерии не поможет. Дифтерия? Дифтерия, это что такое? Ну, это когда температура ломит все тело, общее недомогание. Так это у меня по утрам каждую субботу дифтерия, а я на бадун грешил. А, в общем, такое дело, можете не ждать, прививочки закончились. Как это? Как закончились? Сыночка! Сыночка, срочно покупаем химзащиту и биокамеру! Сыночка! Стой! Доктор, я, конечно, все понимаю, но может, вы там еще раз гляньте, может, есть еще прививочки? Для вас, конечно же, гляну. Да. Вы знаете, посмотрел, ничего не осталось. Офигеть, у нас медицина! Офигеть! А вы чего ждете? Нету прививок. Доктор, я жду, когда вы мне ватку вынесете. Слушай, ну ватка вас от кори не спасет. От кори-то она не спасет, но вот если под язык положить, от бадуна спасает. О, коллега, пройдемте в манипуляционную. А, еще говорят, медицина у нас плохая. Подождите, доктор. Дизель-шоу. Запрошуем у вас на теплі. Весняні. Веселі. Надихаючі. Березневі. Яскраві. Сімейні. Патріотичні концерти «Дизель-шоу» на підтримку ЗСУ. 3 дні поспіль ми будемо радувати вас новими жартами. 1, 2, 3 березня запрошуємо вас в Жовтневий палац. Сміємося разом ворогам на зло та донатимо на ЗСУ. До зустрічі на концертах найкращого шоу країни. Зустрінемо весну разом! Дизель-шоу! О! Здорово! Здорово, Серый! Мы уже начали? Да. А что ты так долго? Так а я что, шел на тренировку сейчас, и ко мне гопники подходят. Да ладно? Да, говорят, дай закурить.
Тебе? Да. А ты чё? А я говорю, я не курю, мать не разрешает. И что, что? И тут один на меня сбитый, как кинется. Ну я чё, я ягодицами зажал, вначале биту, потом его. И всем рассыпную. Ну что, давайте с ягодичек и начнем. С ягодичек начнем, это хорошо. Ой, мужики, о! Я выпачаюсь. Слушай, там один водила в маршрутке мене не пускав в маршрутку. Каже, без маски не можна, довелось пішки йти, уявляєш? Кому? Тебе йти? Та яке мені, водили, само собою. Слушай, тренера, давай ми скинемся і купимо тебе маску. Та у мене є маска, просто вона на моїй харі. Постійно репає, розумієш? Та же фігня, тренер. О, слышь, тренер, я тут смотрел в новостях, а там сказали, що типа нельзя заниматься по выходным, і що типа всі должны сидеть по домам. Так ми ж дома. Мужики, качалка, це ж наша рідна хата, ви що? О, поїхали. Як кажуть, штангу боятись. В зал не ходити, так що давайте качайтеся, поїхали, давай. Давай. Опа, опа, опа. Так, 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 так. Смотри, свет горит там, в щелочку видно. Видно, тренируется кто-то там. Так, спортивный клуб «Атлетик». Проверь его по списку. По какому еще списку? Ну, а вдруг это клуб кого-то из наших начальников? Он, Андрюха, Серега из 5-го патруля. В ресторан вломились, всех мордой в пол положили. Директора штрафанули, а оказалось, ресторан замначальника полиции области. И что? Что-что? Теперь этот Андрюха с Серегой в ресторане посуду моют? Бесплатно. Не повезло. Так, ну, вроде такого клуба в списке нету. О. Так что заходи там, штрафуй всех. А, понял. Слушай, а может вдвоем? А то мало ли там спортсмены какие-то. Я тебя умоляю, какие там спортсмены? Максимум 2 дрища килограммовую гантелью поднимают. Они тебя, как увидят, обделаются сразу. Штраф заплатят, а нам в конце месяца премию дадут. Премия — это круто. Да, люблю премии. Да. Ты там понаглей только будь. Зашел, дверью хлопнул, ногой топнул, дубину достал, чтобы обделались все. Ух, понял. Давай, я поставлю на шухере. Сейчас я им. А ну всем стоять, работать, здравствуйте. Что хотел, хлопчина? Заходь. Я? Ты чего? Я просто поздороваться. А, ну привет. Ну я это и пойду уже. Просто здрасте, просто как дела, как говорится. Ну, все. Ранный. Ну, вежливый. Ну что там? Дрыщ. 2 дрыща. Домой идем, а? Как домой? А как же премия? Мне не нужна премия посмертно. Ты что, умоляй, кто там тебя напугал? Смотри, как надо работать. Там... Да ладно, сейчас. Всем стоять, работать, полиция! Хорошего всем дня и хорошего настроения. Пока. Ну что, оштрафовал? Нет пока. Слушай, идем отсюда, а? Ну не оштрафуем одних. Как же премия-то? Нам начальство сказало, если мы до конца месяца 100 тысяч штрафами не наберем, мы потом со своих доплачивать будем. Да я на лекарства больше потрачу. Так, никаких лекарств не будет. Мы представители закона, у нас вон погоны. Мы заходим и всем объясняем, что они должны закрыться или заплатить штраф. Стой, подожди. Что? Я вспомнил. Сейчас же плановые операции запрещены. Вот, а операция нам понадобится. И одна. Да ничего нам не понадобится. Закон на нашей стороне. Зашли, всех морды в пол положили, все. Доставай дубину и пистолет. Погнали. Ребят,
мимо шли? Или вы потренироваться? Мимо шли. Потренироваться. Так заходите. Да сейчас мы тут разомнемся в стороночке. Да проходь-то, не соромьтесь. Сейчас нам размяться тут надо. Зачем ты им сказал, что мы потренироваться пришли? Ты же штрафовать захотел. Да, я думаю, что сразу штрафовать? Надо это, размяться, посмотреть вокруг, осмотреться. Ну, не побьют же они нас за то, что мы тренируемся тут. Хорошо, если побьют просто. Этот вот здоровый и сожрать может. Хлопцы, да проходьте, не соромтесь, не съемо ж мы вас. Давай. Слушай, у меня идея. А что, если подойти к ним, кашлянуть возле них? Они подумают, что мы заразные, и это сами убегут и быстро штраф заплатят. Классная идея. Ага. Вперед. Я? Ага, давай. Ты что, заглоснулся? Дай поможу. Поможу тебе. Краще, так краще. Он, мне кажется, позвоночник сломал. Слышите, а мне вчера Бизон с соседнего клуба сказал. Говорит, к ним менты пришли с проверкой и хотели их клуб оштрафовать. Представляете? И чё? Чё-чё? Мусор через плечо так. И он башку ему на 360 градусов так. Слушай, ну я не знаю, якби зараз до мене ось тут в залі підійшов поліцейський і сказав, що тренуватись не можна, зал закриває, я б його отак ручками своїми отак от повісив, як грушу, і ударчики на ньому повідпрацьовував. Клас! Ребята, ну ви ж нас не штрафувати прийшли? Є ми? Ви хто? Ні, звісно. Так а ви хто взагалі? Ми не штрафувальщики. Ми ці... патрулька. Що за патрулька? Ну, патрулюємо друг над другом. Селфі знять. Ну, кота з дерева максимум. Ну, заходіть, потренуйтесь з нами тоді. Спасибо. Спасибо. Давай. Не бойся. Отжиматься умієш? Я? Легко. Я вообще в школе полиции первый по отжиманиям был. Ну-ка, давай, упор лёжа. Покажи. Прям тут? Ага. Фух. Сейчас, как там было? Там... И... Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Резво начал. 11, тренер, можешь его утяжелить? 24, 5, давай, 7, пусть сяду зараз, давай! Не-не-не-не-не! А ты? Чё стоишь? Давай тоже. Я... Вы знаете, я не очень это люблю, руки пачкаются. А, ну ладно. А что, так можно было? Можно было, понял? Можно было так. Можно вот гирьку вместо отжиманий поперекидывать. Давай, лови. Это вы мне? Ну да. Я тебе, а ты мне. Давай гирьку мне. Гирьку? Ну да, она не тяжелая, там всего 32. О, давай, и на меня. Кидай, я ловлю. Резво начал, смотри. Передай моей жене, что я ее люблю. Я ее тоже люблю. Ничего. Размялся, кажись, ну, тренер. Давай, ну, поднимем. Продолжим. Ну, давай, руки вверх. Ой, не-не-не-не-не, держите. Отпускай. Не надо тут. Так, я ухну. Так, красавец. Давай, теперь ты. А я не люблю со штангой. Я так
поприседаю. Ой. Давай, 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 давай. Не надо. Не надо. А, пускай! Опа! Ой! Ой! Ой, на-на-на-на-на-на-на! Ну так давай это! Вставай! Приседание, это же не только присесть, еще и встать надо. Я не могу встать. А це тому, що водичку треба в залі пити. Розумієш, правило таке, постійно треба пити воду. Держи. Я буду. І протеїнчик не забудь випити. Я сам діяв этот батончик. Я. А це тому, що вітаміни. Вітаміни. На! Значит, одно перед едой, одно после еды и одно во время. Там не перепутал. Никогда не перепутал. Ну все, спасибо за тренировку. Мы пойдем. Стоять! Что? С каждого по 500 гривен. Как? За что за это? Потому что официально это продуктовый магазин и аптека. Внимание, до эфира 5, 4, 3, 2, 1, эфир. Добрый вечер, в эфире «Говорим о главном», и мы начинаем. В мире вовсю идет вакцинация от коронавируса. Люди разделились на сторонников и противников вакцинации. Среди сторонников тоже не все однозначно. Люди не могут определиться, какой же вакцине отдать предпочтение. И сегодня в этой студии вместе с экспертами мы постараемся определиться, чего нам ждать от вакцинации. Чего ждать, чего ждать? Что, непонятно, что ли? Хана всем будет, все сдохнем. Надо бургеры рыть и детей прятать. Послушайте, ну что за бред? Ну никто не умрет. Просто нужно вакцинироваться правильной вакциной. Вон в Израиле все вакцинировались, и что? Никто не умер. А я как раз таки слышала, что смертельные случаи все-таки были. Да, несколько случаев было, но это именно те, кто не хотел вакцинироваться. Их полиция побила дубиной. Вакцинироваться надо однозначно. И не слушай всяческих... идиотов, вот, идиотов. Хорошо, а какой вакциной? Я себе все уколол. И Pfizer, и Moderna, и спутник 5, 4, 3, 2, 1. Поехали! Стойте! Позвольте, я вас представлю. Это Иван Иванович Иванов. Первый человек, на котором испытали российскую вакцину. Еще до крыс. Скажите, Иван Иванович, неужели у вас не было никаких побочных эффектов? Ну как, ну чуть-чуть было, чуть-чуть было, чуть-чуть было. Ну, поконкретней. Ну, во-первых, у меня зачесался глаз. Третий. Ну, сейчас... Во-вторых, я уже 3 месяца не хожу в туалет. Но это никак не связано с вакцинацией от этого вируса. Это еще и от вакцинации от птичьего гриппа. Помните, такой да, был? Да, конечно. Птичий грипп. Я себе 5 вакцин вколол. За раз. За час. А вот нам интересно, после прививки была ли температура? Конечно, конечно была. 28,3. Причем сначала 28, а потом резко 3. Давайте перейдем к следующему. Ой, это никак не связано с вакцинацией, никак. Метеоризм у меня еще с самого детства. А это что-то новенькое. Везет вам,
Вы с такими симптомами вряд ли до осени доживете и не будете видеть этот хаос, который начнется, и всем хана будет, хана будет. Молодой человек, ну послушайте, ну я вам говорю, что осенью ничего не будет. А? Слышали? Я это сказал. Осенью ничего не будет, ни продуктов не будет, ничего не будет. Вот. Они все знают. Надо закупаться продовольствием, водой, туалетной бумагой, рыть бункеры, и чем глубже, тем лучше. Давайте я представлю остальных экспертов. Мастер-уфолог, специалист по инопланетянам, теориям заговоров и альтернативной истории. Администратор группы «Космоса нет». Имя попросил не называть, чтобы рептилоиды его не забрали. Я вас правильно представила? Абсолютно, спасибо. Скажите, Игорь Афанасьевич... Да что вы сделали? Я просто назвала первое попавшееся имя. Мне же нужно как-то к вам обращаться. Капец, вы угадали! Что мне делать теперь? Паспорт снова менять, что ли? А сейчас же другие паспорта эти, пластиковые. А потом с чипами будут. А потом вообще всем на лоб штрих-код нанесут и будут сканировать, сканировать. Послушайте, да кому вы нужны, чтобы тратить на вас дорогостоящий чип? Ой... И если я вас правильно поняла, вы утверждаете, что вакцинацию придумали для сокращения населения? Само собой. Это все Билл Гейтс придумал и его хозяева, сатанисты, вместе с китайцами заодно, ага? Ну, слава богу, хоть в этот раз виноваты не евреи. Вот вы интересный. А за чей счет это весь банкет? Это все ваши Рокфеллеры, Ротшильды, Ротенберги и Гинзбурги оплачивают, ага? Молодой человек, а давайте мы вашу шапочку поменяем на мою, и вы сразу станете нашим, да? А? Сейчас, ага. Наш следующий эксперт, доктор из Израиля, Абрам Моисеевич Кац. Добрый вечер. Шалом. Абрам Моисеевич, сегодня вы выступаете за вакцинацию. Да, конечно. Я исключительно за вакцинацию. Но я за то, чтобы эта вакцинация была правильной. И чтобы она была сделана абсолютно правильной вакциной. И это? И это невозможно. Потому что для того, чтобы прошли все испытания, нужно еще лет 5-10. Очень интересная позиция. Что же нам делать все эти 5-10 лет? Ходить в масках? Вы знаете, если весь мир будет ходить в масках, это будет просто замечательно. Чушь какая! Чушь полнейшая! В эти маски они вообще ни от чего не защищают. Молодой человек, если бы вы продавали эти маски, то вы бы сейчас говорили по-другому. Да? И если эти маски не менять каждые 2 часа, там паразиты заводятся, и они потом поражают легкие. Вы знаете, вы бы все-таки стирали свою шапочку, потому что, судя по всему, паразиты уже захватили ваш мозг. Абрам Моисеевич, а вот у израильской вакцины есть ли какие-то побочные эффекты? Ну, разве что цена. Насколько я знаю, вакцину для граждан предоставляли абсолютно бесплатно. Все верно. Но могли же и заплатить, да? Я представляю еще одного эксперта. Йог, старовер, солнцеед, знахарь Любомир Митрофанович. Здравствуйте. Здравия всем. Любомир Митрофанович, какое ваше отношение ко всей этой ситуации? Я вам так скажу, все беды от головы, да. И если человек не находится в гармонии с природой, то карму никто не отменял. А от различных там вирусов хорошо помогает чеснок. Да, мы это чувствуем. И лук. А это мы тоже слышим. Вы знаете, вы бы еще намазались кизяком, чтобы рядом с вами не только мухи дохли, но и люди. Я просто думал, что это телевидение, что тут нельзя. Но если вы не против, то я, конечно, кизяком... Не нужно. Любомир Митрофанович, я так понимаю, что вы абсолютно против фармакологии за природное средство, чтобы бабы в поле рожали. Нет, ну что вы. Мы против того, чтобы бабы рожали в поле. Слушайте, прям интересно, чего так? Ну, смотрите, ну, во-первых, сейчас в полях ГМО, эти пестициды. Во-вторых, рожать там небезопасно. Представляете, но вы рожаете в поле, а рядом с вами комбайн работает. Мы вот, например, Тихона в лесу рожали.
а Агапью в колодце. Господи, как это в колодце? Ну, просто неожиданно получилось. Баба моя на сносях пошла по воду, поскользнулась возле колодца и упала. Через 3 месяца и родила. Ну, ребенок хоть здоров? И немного воды нахватался, но ничего. Мы его чесноком помазали, кизиком откормили. Нет, наоборот. Кизиком помазали, чесноком откормили. Нормальный богатырь. Так, давайте вернемся к вакцинации. Иван Иванович, нам стало известно, что вы добровольно решили стать первым испытуемым. Как так получилось? У нас работы нет, денег нет, здоровья нет. А тут предложили закрыть кредит за квартиру. И что, выполнили свое обещание? Конечно! Банк переписал мой долг коллекторам. Коллекторы меня вышвырнули из квартиры, продали ее. И теперь я никому ничего не должен. Никому. И вы за это рисковали своим здоровьем? Ну, какое там здоровье? Какое здоровье? Вакцина полностью безопасна. Полностью. Разве что вот волосы выпадают. Ну, это тоже плюс. Огромный плюс. Скоро в парикмахерскую не надо будет идти. Вот так вот. Всех сначала постригут, как овец, потом как скот обколят всех. И все, всем хана. В леса надо уходить. В леса. Не надо в леса. У нас там бабы рожают. Да? Тогда бункеры рыть. Бункеры рыть, и чем глубже, тем лучше. А вышки 5G эти все под корень срубать. То есть вы против высокоскоростного интернета? Я вообще против интернета. Молодой человек, скажите, а где вы об этом всем прочитали? Где-где? В интер... Не ваше дело. Вы знаете, вы такой хитрый, что мне кажется, вам нужно не только вашу шапочку на мою поменять, но еще и обрезание сделать. А тем временем испытание вакцин началось по всей территории земного шара. Какого шара? Земля плоская? Вы что, про 3 китов не слышали? Что вы несете? А откуда тогда за нами инопланетяне наблюдают? О, а? Так их не существует. Ошибаюсь. Я прямо сейчас с ними общаюсь. 3-м глазом. Да? Вы только им не говорите, что я здесь. А то они меня уколят. И всех соберут в города, и там обколят. И будет все мучиться, как вот этот вот. Я не мучаюсь, кстати. Да, просто в моем организме происходят некоторые изменения. Некоторые. Кстати, вы не против, если я сейчас молоко сыжу? Так, давайте продолжим нашу программу. Всемирная организация здравоохранения заявила, что началась 3-я волна заболевших. Абрам Моисеевич, как вы считаете, сколько еще будет этих волн? Ну, вы знаете, судя по тому, сколько денег в это все вкладывается, то этот прилив будет еще 2-3 года. Любомир Митрофанович, а вы не боитесь очередной волны? О, нет, не боимся. Вот к нам в деревню по весне куча народу наехала. Мы, главное, идем в леса рожать, а они у нас там от какого-то коронавируса прячутся. Если бы не чеснок, хрен бы мы их из деревни выгнали. То есть вы живете в глуши, без электричества, без интернета, без телевизора? Что вы уж нас совсем дикарями-то считаете? Есть у нас телевизор? Угу. Надо же как-то детей отвлекать, чтобы новых сделать. Я вот по весне из лозы сплел им телевизор. Сидят, смотрят, ага. А если редькой в футбол играют, то телевизор не разобьют. Угу. И между прочим, мы тоже создаем свою вакцину. Ага. Но правда пока получается только высококлассный самогон. Любомир Митрофанович, а вы проделали такой большой путь в город. А как вы вообще попали к нам без маски? Ну как, я
лист лопуха, нацепил на лицо, две дырки сделал, и так к вам и пришел. Ну, очень удобно. Получается, что и вот эта паника с туалетной бумагой тоже вас не коснулась? А, не, туалетной бумагой мы не пользуемся. А зачем, когда есть лист лопуха? Слушайте, это же так удобно, да? Вы можете маску на лице потом использовать для вытирания попы. Ой, спасибо вам за совет. Но тут самое главное не перепутать очередность. О, судя по всему, снова молоко прибыло. Сегодня же полнолуние, вы же знаете. А на полнолуние у меня тут такой странный эффект происходит в организме. Любомир Митрофанович, а вы что делаете? Дьявола изгоняю из него. К счастью, в нашей студии звонок. Алло, слушаем вас. Алло, скажите, пожалуйста, а где можно достать такие уколы, чтобы нас штырило, как этих двоих? Не знаю, до свидания. Вы знаете, вот именно из-за всего этого происходящего мы так хотим уехать в Израиль. В Израиль. А вы, наверное, в бункер, да? А? Откуда вы знаете? Вы что, мои мысли читаете? А-а-а! Вы рептилоид! А-а-а! Или нет? На мне чип! На мне чип! Где вы его? Когда вы его подсунули мне? Где он? Где он? Да за что мне все это? Это была программа «Говорим о главном». Сегодня в этой студии мы обсуждали вакцину от коронавируса. Ну а завтра мы вместе с вами обсудим, нужно ли людей, которые разделили Украину на условные разноцветные зоны, посадить в настоящую. До новых встреч! Дизель-шоу.